Всем привет! С вами канал Стофити, я ваш любимый Санечка. Мы приехали на озеро Портяное. Помните, по записям мы ловили огромных окуней. Также здесь есть и щука. Все время говорю об этом. Сегодня у нас 12 июля. Жара, сразу говорю, 26 градусов. Ветер 1 метр в секунду. Северо-запад. Тепло-тепло. Ехали мы сюда 2 часа. Озеро находится 22 километра от города. Ехали мы на мотоциклах и наконец-то мы приехали. Сегодня мы будем рыбачить окуней. Я приехал не один, а с Колькой. Шалом. Вот он, Колюнька. Приехали мы вот на этих мотоциклах. Мотоцикл Racer. Колёнька ехал на нем, а я ехал на китайце Альфа. Вот оно. Да, кстати, оба китайца, оба. Дорога не очень хорошая, но проехали. Боялись, но проехали. Вот наше озеро Портяное. Вот оно какое огромное. Будем рыбачить. Ну, я как всегда, мне штучек 5 больше не нужно. А Колька будет ловить до усёру, да, Колюнь? Да, зверьё кормить. Покуда всю рыбу не выловит, он отсюда не уедет. Ну что ж, а мы собираемся, готовимся и идем. Смотрите, надеюсь, вам очень-очень понравится. Ну, вперед, поехали. Blue Fox у меня шестерочка, латунь. А Коля ловил на весну тоже Blue Fox, но медь. Четверочка. Все хорошо, но комары, конечно, с мошками нам дают жару. У кустов. Клюет в основном у берега. Вот, вроде бы закидываешь далеко. Может быть, он гонится за ним и у берега хватает, но не знаю, сколько вот рыбачили. Тычок один был у меня хороший. Щучка такая где-то. Ну, чтобы не обмануть, ну больше 3 килограмм было точно. Почувствовал, но сразу выплюнуло. Вот озеро хорошее. Сюда еще не раз будем приезжать. Очень оно всем нравится. Скоро, скорее всего, в выходные еще раз сюда проскочим. Толпа у нас будет хорошая, интересно будет. Если, конечно, не будет дождя. И не хочется такой вот жары. Ветерочек бы посильнее, чтобы эту мошку сдувало. И все будет отличненько. Ну что ж, вот мы и закончили нашу рыбалку. Колюнька состоит. Вот такие вот у нас окуня ловятся. Вот они где. Вот они какие хорошие. Говорю сразу, где-то до килограмма. Грамм, наверное, 400, да, 600 будет точно. 400 будет. О. 150. Сами видели, клевало хорошо до обеда. После обеда перестало клевать. Не знаю почему, солнце ушло в зенит и все. Но комаров было море. Мы сейчас уже собираемся и в путь дорогу домой. Посидеть, отдохнуть мы не сможем. Нам мошка нам не даст. Вообще не даст. Смотрите канал Стофити, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. С вами был ваш любимый Санечка. Пока-пока-пока.